Иерусалим стал очередной точкой на карте мира, где прошли автогонки Формулы-1. Несколькими днями ранее автомобили были выставлены на стартовой площадке, и желающие могли полюбоваться ими вблизи, а главное, пока они никуда не мчатся. Кольцевой маршрут был проложен по центральной части города. Один из отрезков проходил вдоль стен старого города. Надо сказать, что такое событие стремились запечатлеть все, кто стоял вдоль трассы. Любительские камеры, профессиональные, видео, телевидение – все было представлено в изобилии. В поисках хорошего местечка зрители забирались куда угодно, лишь бы обзор был пошире. Тут надо иметь в виду, что вдоль трассы стояли не только иерусалимцы, но и гости израильской столицы. Тем более, что туристический сезон сейчас в полном разгаре. А на крышу солидной гостиницы выбрались из ресторана официанты и повар, бросив свои рабочие места. Правда, ненадолго. Кроме водителей болидов, свое мастерство показали акробаты-мотоциклисты. Давай, 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 давай.